солист Михайловского театра Роман Арнт. Солистка Казанского театра оперы и балета Тамара Котова. Солисты Мариинского театра Илья Селиванов и Карина Чебурнова. Солист Женевской оперы Борис Степанов. Солистка молодежной труппы Большого театра Алла Петрова. Браво! Солист Мариинского театра Григорий Чернецов. Солистка моя, сам я.
Браво солистам, друзья мои! Громче стрелка! Мы умеем! Браво симфонический оркестр Таврический! Браво маэстро Михаил Голиков! Браво сводный хор! Жителей и гостей Санкт-Петербурга! Браво, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга! И вы знаете, друзья, вот здесь, возможно, многие поставили бы точку. Пожелали здоровья, счастья, хорошей погоды. Но это не петербургский стиль. Петербургский стиль – это восклицательный знак. Поэтому у меня есть к вам предложение. Скажите, пожалуйста, подтвердите своими аплодисментами. Можно ли сегодняшний фестиваль оценить высший балл в пятерку? Тогда перед восклицательным знаком, который раскрасит светлое небо Санкт-Петербурга, мы дадим обратный отсчет. Итак, до фейерверка остается 5, 3, 1, поехали!
симфонический оркестр «Таврический», дирижер Михаил Голиков. Браво! Друзья мои, и громогласное ура в честь такого невероятного фейерверка. И по петербургской традиции никаких прощайте, никаких до свидания. До новых встреч. Добро пожаловать в Петербург, друзья, на музыкальный фестиваль «Немская симфония». Ура!